Доброе утро. Хотелось бы отдельно отметить, что это очень приятно, волнительно и торжественно для меня быть первым докладчиком первого дня, первой сессии столь крупного и значимого мероприятия. Итак, прежде чем перейти к результатам нашего исследования, хотелось сказать несколько слов об актуальности данной проблемы. Рак легкого по-прежнему занимает лидирующие позиции не только в структуре онкологической заболеваемости, занимая четвертое место на 2018 год, следуя сразу после колоректального рака, меланомы и рака молочной железы. Но также занимает первое место в структуре онкологической смертности от рака легкого в Российской Федерации. Рак легкого является крайне гетерогенной группой не только с морфологической, молекулярно-генетической и биологической точки зрения. Таким образом, в лечении немелкоклеточного рака легкого в любой стадии заболевания могут быть применены все возможные этапы и варианты противоопухолевого воздействия. Таким образом, попытка проведения алгоритмизации тех вариантов терапии, которые имеются на сегодняшний день, крайне сложная задача. Имеется и такая же тенденция в назначении вариантов лекарственной противоопухолевой терапии. То есть мы можем использовать все варианты тех комбинаций, которые есть. Именно поэтому целью нашего исследования было проведение постериорного анализа клинической эффективности различных методов лекарственной терапии рака легкого в условиях реальной клинической практики. Итак, в наше исследование было включено 287 пациентов, которые получили системную лекарственную терапию на базе нашего учреждения за период 2018-2019 календарные годы. Мы разделили пациентов на тех, кто получал первую линию системной лекарственной терапии и вторую. В группы первой линии терапии было включено 230 пациентов. Те опции лекарственной терапии, которые проводились, это комбинированная химиотерапия на основании платиновых дуплетов. Всего 104 пациента получили данную терапию. 39 пациентов получили комбинацию химии-иммунотерапевтических препаратов. 25 пациентов, им была проведена моноиммунотерапия. Основная часть этих пациентов – это те, у кого был выявлен высокий уровень PD-L-экспрессии. Однако имелись и те пациенты, у кого был выявлен средний уровень PD-L-экспрессии, однако имелась либо декомпенсированная сопутствующая патология, либо объем опухолевого распространения был значим и приводил к наличию клинических симптомов, то есть мы имели ограничения для проведения более агрессивных вариантов терапии. Этот же фактор наблюдался у пациентов, которые получали монохимиотерапию. Таких пациентов было 62. Что же касается второй линии терапии, о ней мы поговорим несколько позже. Итак, самыми основными факторами, которые мы оценивали в нашей работе, это частота объективного ответа, время без прогрессирования и общая выживаемость. Что же касается частоты объективного ответа, этот показатель оказался наиболее высоким, что, в общем-то, ожидаемым в группе с применением ингибиторов контрольных точек. Так, самым высоким он оказался в группе монотерапии, иммунотерапии пембролизумабом и составил 33%. Ну и ожидаемо также этот показатель оказался наименьшим в группе монохимиотерапии, не превысил 10%. Относительно показателя времени без прогрессирования. Нужно ответить, что этот показатель не был достигнут в группе пациентов, которые получали моноиммунотерапию. И также ожидаемо, этот показатель выше в группе применения платиновых дублетов с или без иммунотерапии. Однако для увеличения объективизации данного показателя нами был оценен показатель времени без прогрессирования процент пациентов на момент регистрации 6 месяцев наблюдения за пациентами. Итак, этот показатель оказался значительно выше в группе с применением ингибиторов контрольных точек. Так, 67% в группе с моноиммунотерапией, 45% в группе химии-иммунотерапии. С незначительным уменьшением идет группа платиновых дуплетов 43% и 29% в группе монохимиотерапии. Ну и, безусловно, один из самых важных показателей, который характеризует эффективность проводимого лечения, это общая продолжительность жизни. И
Тут мы прослеживаем ту же самую тенденцию. Общая выживаемость не была достигнута в группе пациентов с применением ингибиторов контрольных точек. Однако процент пациентов, которые были живы на момент 18 месяцев наблюдения, мы видим значительную разницу в группе пациентов, кому проводилась терапия в комбинации с ингибиторами контрольных точек. Необходимо отметить, что данные показатели были статистически достоверны. Для того, чтобы исключить вероятность получения случайных результатов исследования, да, о том, что иммунотерапия увеличивает показатель общей выживаемости, мы провели анализ общей выживаемости пациентов, которые получали химиотерапию в зависимости от того, в какой год проводилась. И как мы увидели, вы можете увидеть этот результат на левом части слайда. Показатель общей выживаемости пациентов, которым проводилась химиотерапия, вне зависимости от времени проведения, год 2018 или 2019, этот показатель оказался статистически недостоверным, то есть разницы зафиксировано не было. Однако, если мы возьмем всех и разделим пациентов на период получения лечения 2018 и 2019 год, здесь я хотела бы сделать отступление, что любые варианты иммунотерапии пациенты получали, начиная с 2019 года. То есть здесь мы видим очень значимую разницу в показателе общей выживаемости в пользу увеличения ее в группе пациентов, которым проводилась иммунотерапия. Так, этот показатель общей выживаемости пациентов, которые получали лечение в 2018 году, равен 9,6 месяцев, и он не достигнут в группе пациентов, которые получали терапию за период 2019 года. И разница эта статистически достоверна, метод исследования LogRank. Другим немаловажным показателем, который мы оценили, это затраченные средства на проведенное лечение. И как, ну, в общем, совершенно ожидаемо, мы видим значимое увеличение стоимости при применении ингибиторов контрольных точек. И что тоже неудивительно, мы видим увеличение показателя однолетней выживаемости в равной степени, так же, как и увеличение шестимесячного периода без прогрессирования в случае увеличения затрат на проводимую терапию. Другой важный момент, который мы оценили в ходе нашей работы, это длительная эффективность сокращенного курса иммунотерапии. На сегодняшний день единственное исследование, которое проводило анализ сокращенного варианта длительности иммунотерапии, это CheckMate-153. Нужно сказать, что оно не оказалось положительным, однако проводилось изучение эффективности сокращенного курса иммунотерапии в рамках второй линии. И, безусловно, экстраполировать эти данные на длительность иммунотерапии в рамках первой линии, ну, не представляется возможным. И на сегодняшний день мы отталкиваемся от длительности, исходя из регистрационных исследований. Итак, как я говорила ранее, в 2019 году 25 пациентов начали иммунотерапию, моноиммунотерапию в рамках первой линии системной лекарственной терапии, и у 12 пациентов было выявлено прогрессирование. Таким образом, длительность до 2 лет либо до регистрации прогрессирования должна была быть продолжена у 13 пациентов. Однако, как мы все хорошо знаем, в 2020 году ввиду регистрации и неконтролируемым течением новой коронавирусной инфекции была зарегистрирована пандемия и введены ограничительные мероприятия. В связи с чем у 9 пациентов мы были вынуждены провести остановку системной лекарственной терапии и перейти к этапу динамического наблюдения. Нужно ответить, что из 9 пациентов лишь у 7 был высокий уровень PD-L-экспрессии, и 2 имели средний уровень PD-L-экспрессии. Так, как мы видим наглядно на данном слайде, прогрессирование было зарегистрировано лишь у 3 из 9 пациентов, кому проводилось динамическое наблюдение. А период времени без прогрессирования составил 9 из 6 месяцев. Из 3 пациентов лишь у 1 имелся высокий уровень PD-L-экспрессии. Итак, как мы видим, согласно данному слайду и проведенному нами исследованию, мы не зарегистрировали тенденцию уменьшения времени без прогрессирования при проведении сокращенного курса иммунотерапии. Ну и позвольте представить мне клинический случай, который мы наблюдали в ходе данного исследования. Пациент 71 года, у него был выявлен плоскоклеточный рак правого легкого CT3N1M1 и согласно иммуногистохимическому исследованию был выявлен высокий уровень PD-L-экспрессии, что в октябре 2019 года позволило нам начать первую линию моноиммунотерапии пембролизумабом.
Итак, на данном слайде вы можете увидеть зарегистрированный у данного пациента частичный регресс на фоне терапии. И отдельно хотелось бы отметить, что здесь очень хорошо видно, что после двух циклов изначально мы зарегистрировали увеличение опухолевого процесса, которое после продолжения терапии было нивелировано и был зарегистрирован частичный регресс. Помимо этого, то есть мы видим, что у данного пациента наблюдалось псевдопрогрессирование. И на этом слайде мы видим метастатическое поражение левого надпочечника, которое также после двух циклов увеличилось с последующим уменьшением в динамике. Итак, как отмечено, в феврале 2020 года пациенту было выполнено последнее шестое введение иммунотерапии. И далее в связи с коронавирусной инфекцией, распространением ее и введением ограничительных мероприятий, пациент был переведен в группу динамического наблюдения. На данном слайде продемонстрированы снимки, которые выполнены через год после проведения динамического наблюдения. Мы видим не только сохраняющийся частичный регресс, но и тенденцию к его нарастанию, что продемонстрировано на всех снимках. Вернемся к нашему исследованию. Также проводилось анализ эффективности второй линии лекарственной терапии. И, в общем-то, при этом анализе мы подтвердили те же результаты, что получили в первой линии, и мы увидели статистически значимое увеличение показателя общей выживаемости в равной степени, как и 6-месячной и 12-месячной в группе пациентов, которые получали иммунотерапию. А показатель времени без прогрессирования также оказался статистически достоверно значительно выше в группе иммунотерапии. И хотелось бы сказать, что, в общем-то, с результатами регистрационных исследований эти показатели схожи. Ну и в заключении своего доклада мне хотелось бы отдельно отметить, что мы зарегистрировали статистически достоверное и очень значимое увеличение общей выживаемости вне зависимости от того, на какой линии терапии пациент получил иммунотерапию, будь то первая или вторая. То есть мы видим колоссальную разницу – 55,9 месяцев против 8,6. В заключение мне хотелось бы сказать, безусловно, на сегодняшний день мы живем в эру иммунотерапии, никаких сомнений этому нет. Однако по-прежнему у нас остается очень много нерешенных вопросов и задач, которые стоят перед нами. Пожалуй, задача нашего поколения будет получать ответы на эти вопросы. Большое спасибо за внимание.